Зона отдыха «Солнечная» стала местом проведения фестиваля красок. Цветной фейерверк обрадовал всех зареченцев, которые пришли сюда в этот день. В дни проведения юбилея Заречный стал одним из мест, куда приехал арт-объект «Вместе зажигаем». Всероссийский фестиваль красок – яркое и необычное мероприятие, куда могли прийти абсолютно все желающие, независимо от возраста или профессии. Здесь стираются все ограничения, а люди наполняются позитивом и солнечным настроением. Родителям не стоит переживать за здоровье своих детей, потому что краска не токсична, зато приносит очень много радости. Чего вы ждете от фестиваля красок? Разукраситься с ног до головы. Веселье. А чего еще? Хорошего настроения. Тут очень весело. Тут очень красочно, ярко. Здесь очень веселая атмосфера, все дружелюбные. Мне очень нравятся краски, тут прикольно и весело. Во время фестиваля проводились массовые цветные залпы, дискотека, танцевальные конкурсы и розыгрыш призов. Ни один зареченец не остался равнодушным в этот день. Ксения Митюрникова специально для телепередачи «Лестница».